Здравствуйте, готовим очень вкусный индийский чебурек. Тут у меня 0.5 кило фарш. Сначала разогретой сковородке добавляем фарш. Жарим минут 15. Добавляем в фарш 1 среднюю луковицу. Добавляем 1/2 чайной ложки молотого чеснока. Добавляем соль по вкусу, черный перец, 1/2 чайная ложка кориандр, 1/2 чайная ложка зира и 1 чайная ложка паста имбиря. И добавляем стакан кипяток. Все вместе тушим под крышкой минут 20. Делаем тесто. Стакан кипятки добавляем 1/2 ложка соли. И добавляем тут 2 стакана муки. Все перемешиваем это. Замешиваем тесто. Тесто не должен прилипнуть в руки. Раскатываем вот такой круги и добавляем тут фарш. И так здесь наверху закрываем еще одной лепешкой. Закрываем вокруг сторону с помощью вилкой. И горячее масло жарим каждые по 5-7 минут. Все, наши лепешки готовы. Приятного всем аппетита! Если понравилось, поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь.